Разметка на автомобильных дорогах Ирландии отныне наносится спецтехникой тверского производства. Машины Тверской механической компании на электронную торговую площадку вывел центр поддержки экспорта. Какие еще рынки покорены производителями Верхневолжья, а также как найти новые, в том числе зарубежные точки сбыта, в материале нашего корреспондента. Тверская механическая компания ведет свою работу с начала 90-х годов прошлого века. На первых порах предприятие изготавливало запасные части для асфальтоукладчиков и комбинированных дорожных машин. Постепенно производство начало расширяться, и на ТМК освоили выпуск техники для разметки автомобильных дорог. Вот такие машины в настоящее время используются во многих субъектах нашей страны и государствах ближнего зарубежья. То, что вы, как участники дорожного движения, видите на дороге, видите разметку. То есть разметка на дорогах у нас наносится различными материалами. Вот это в основном термопластик, который сейчас все больше и больше применяется на дорогах Российской Федерации, да и, в общем-то, всего мира. А недавно техникой тверского производства заинтересовались в далекой Ирландии. Это стало возможным благодаря работе Центра поддержки экспорта Тверской области. Его специалисты вывели Тверскую механическую компанию на электронную торговую площадку. И теперь дорожная разметка на ирландских дорогах наносится техникой из Верхневолжья. И это не единственный пример успешного экспорта тверской продукции в зарубежные страны. У нас в регионе более 350 экспортеров на сегодняшний день малого и среднего предпринимательства. Из них мы работаем больше, чем с половиной, это порядка 200. Вот. И на сегодняшний день при нашей поддержке 25 компаний заключили экспортные контракты на сумму больше, чем 8,5 миллионов долларов. В Центре поддержки экспорта представители малого и среднего предпринимательства консультируют по всем вопросам внешнеэкономической деятельности, создают англоязычные сайты, помогают разместить продукцию на международных выставках, оказывают другую помощь. По всем интересующим вопросам можно обратиться в Центр «Мой бизнес» Тверской области по адресу проспект Победы, 14.